Сәлем алейкум, сайғылы сергелеріміз, вақыт шерифіңіз мүбарек олсын. Эфирде тек арзун ватан яйының, ве біз сізнің небеттеки программамызда, субетімізде сәлемлаймыз. Сәлем алейкум, сайғылы сергелі достлар. Тек арзун ватан программамыза хош келдіңіз. Эвлеріңде хәр заман севинч олсын. И ватан жошқысы гөнілерімізде хәр заман яшасын. Ватаны севіп, ватана келмек истеене де Раббим, хәр заман олары buraya gelmesi, misafirlik olsun, burada gelip yaşaması olsun. Nasıl ümitleri varsa Allah ümitlerini yetiştirsin cümlesine. Sevgili dostlar, bugünkü programımızda hepimiz tanıyımız, tanış etmeye ihtiyaç da o kadar yoktur ama gene de tanıştıracağım. Her zaman kırmızıya yanı gelenler var ya. İş adamı Eldar Mehmetov kardeşimiz. Hoş geldiniz kardeşim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsınız? Hepsi yakışı, işler yapamız. Özünüzün horantanız, bala, çeka hepsi güzel. Buradan anamıza da, Zarema Hanım'a buradan selam söyleyip horantasıyla beraber bütün büyük horantanıza selamlar olsun buradan. Herkese olduğu gibi. Umumiyen Eldar Bey, nasılsınız deyip soradık ya yayınımızın başında. İşiniz, faaliyetiniz. Потихонечку работаем, каждый день стоим с мыслями о работе, о семье, о близких, о родине, поэтому все здорово. Если просыпаешься каждый раз с чистыми мыслями и желанием сделать что-то в нашем доме лучше, все будет прекрасно. Потому что дорогу осилит только идущий, как говорится, тот, кто стремится к чему-то. Бизнес. Кайсы yolda, кайсы, насын işe yaparsınız, biraz bunu da aytayak. Я работаю в сфере общественного питания, работаю в сфере торговли и управления недвижимостью. То есть три сферы, которые мы захватываем. Ну и, в принципе, все, на чем можно приумножить капитал и сделать что-то, что может так завтра оказаться полезным. Эльдар Бейнен лаф етейк де дейки, тижарет яхши китсе де, адама rahatlık yoktur, çünkü boşalmak gerek değil. Çünkü yakşı gitti mi her vakit uyanık olacaksın. Eğer ticaret biraz aksasa bile gene de uyanık olmak gerek. Her zaman düşüneceksin. Ticaret böyle şeydir. Allah bereket versin. Hayırlı kazançlar versin. Şimdi burada bir Eldar Bey'den bir böyle bir kırıma gelişiniz. Bak tek arzun vatan programımız. Kalbimizde arzu ile yaşadık. Gene de onunla yaşayıp. Kırım'a ilk gelişinizde Kırım'dan ne gördünüz? Kırım'ı nasıl gördünüz? Kırım'ı nasıl tanıdınız? Sizde nasıl duygu oldu? Впервые мы приехали в Крым в 87 году. Это еще было СССР, времена СССР. И мой покойный отец, Искендер Меметов, у них вот это вот их была музыкальная тусовка в те времена. Это был Инвер Измайлов, ну и те наши ветераны музыки. Они, в принципе, всегда у нас в Ташкенте на квартире собирались. И всегда у всех была мысль, в первую очередь, когда появится какая-то такая возможность вернуться в Крым, все-таки это сделать. Потому что ну, это было и шло от наших бабушек, дедушек. В мыслях ни у кого никогда не было все-таки. Не, при том, что они, в принципе, неплохо жили в Узбекистане. Они играли свадьбы. Отец у меня работал администратором в Узбекфилармонии. Мама меня, ну, сами знаете, то есть она пела в ансамбле «Хайтарма». Вот. У нас была квартира, в принципе, это столица все-таки Узбекистана. Мы жили довольно-таки не бедно, то есть хватало, казалось бы, все, но все равно родина есть родина. И в мыслях, я помню, в разговорах на кухне, значит, всегда была такая мысль. Нашли там в Узбекистане 2-3 больших казана 50-литровых под плов. И вот они уехали в 86-м. В 87-м году. Сначала отец с мамой. Вот. И где-то через месяц они позвонили. И я помню, с бабушкой мы на самолете прилетели в Крым. Тогда еще катера ходили туда. И вот прямо на набережной в Ялте мы организовали восточную кухню. Вот. Называлось это кафе «Арго». «Арго». И отец символизировал все-таки это с тем, что... Ну, то есть мы вроде шли в неизведанное, не знали, как нас встретят. Не знают все-таки, ну, как в конечном счете получится. Был немножечко боязнь. Почему? Потому что, как ни крути, это риск. По тем временам, я знаю, многие из наших крымских татар, кто возвращался, их буквально обратно депортировали. Ну, то есть, грубо говоря, под различными причинами не прописывали. А нас все-таки было на момент переезда в Крым 5 детей. И вот в Ялте потихонечку мы начали свою деятельность. И
Эльдар Бей, Крыму были гордыгунзде, биринчи насын дойгу болду, эйжан. В принципе, я вот просто помню, как сейчас детские восприятия это. Вот. Ну, я, конечно, очень сильно запомнил дорогу из Симферополя в Ялту. Угу. Да, когда мы проезжали перевал. Взяли Клер, когда мы, да, когда мы увидели... Мы, я не то чтобы скажу, что это было что-то для меня новое. Нет, это горы я и видел, и в Узбекистане видел, и где мы там только не были. Но я увидел что-то родное для себя. Вот в чем дело. Я увидел свой дом. И, наверное, в каждом крымском татарине Крым – это все-таки большая часть его сердца, и все равно гены на генном уровне. Ну, после этого никогда и нигде мне не возникало мысли, что у меня есть какая-либо другая родина, кроме как Крым. Конечно, мы заезжали, когда в Ялту, я помню, Харбаба, мы ехали с дедушкой, с бабушкой. Харбаба показал наш дом в Ай-Василии. Но, честно, немножечко было до слез. Мы все равно видели это все, и дед нам рассказывал очень много об этом, и он говорил, когда там я вам покажу свой дом в Ай-Василии. Балалығыңызды хатырлайсыз ма, қартына қарбаларыңыз? Айта елер ма, Қырым ақында белгі масалар, эфсанелер? Да очень много было. Я рассказываю, в свое время биташка моя и Харбаба, они жили в Таджикистане. Вот. И еще с раннего возраста, в принципе, мы все истории о Крыме знали, слышали. Много рассказывали мне о переселении, много рассказывали, сколько им пришлось пройти. Мы знаем все в подробностях. Конечно, единственная наша ошибка, что это надо было все записывать на видео. Это доброе. Ну да, но тем не менее. Ама. Оно есть. Билдигиниз ве калбиңизде олдуклары да аз дегил. Сизин хорантада она шубемиз йок. Герчектен де хепсини таныйык. Чунки Аллах унлара рахмет эйлесин геченлере, хаятта оланлара селаметлик тилейк. Шинди, Элдар Бей, Кырыма келдиңиз. Ана, Кырымда кендиңизи энди испат этме заманыдыр. Халкымыздын өгүндө да айле. Şimdi sizin esas ileride kim olmak istediğiniz, onu bilmek istedik. Mesela iş adamı mı? Belki başka bir yolda gitmek istedik. Во многом, моим личным примером в моей жизни, да, был мой отец. Ага. Как предприниматель, как бизнесмен, как тот человек, который, ну, при этом он оставался еще и патриотом. Bir de devlet для içinde него, de... для него стремление создавать в Крыму, это было инструментом для того, чтобы помочь своему народу. Почему? Потому что, как говорят, хочешь помочь, начни с себя. Вот в этом смысле, конечно, он во многом для меня пример, как в бизнесе, как правильно жить, как правильно организовывать свою жизнь. Это как в крови. Знаете, многие там мои друзья на меня смотрят и говорят, Эльдар, мы не можем понять. Ну, то есть, что общего между твоей благотворительностью, да, и, может быть, какой-то общественной или политической деятельностью. Я это не связываю ни в коем случае. Я просто делаю помощь от себя без какого-либо расчета на будущее. Но это образ моей жизни, да, по большому счету такой же, как в свое время был у отца. Яшлығыңызда өзіңіздің мүмкінде қойған мақсатларға шындыки вақытта енді еттім деп айтып боласыз ма? Разысыңыз ба шындыки тұрымыңызда? Разым, конечно, да. Башқа еш япсайдыңыз халқымыз үшін, геншілеріміз үшін, яғни благотворительность дейке, оны япмаз едіңіз, башқа еш япсайдыңыз, оны гене япачақтыңыз, доғыр ма? В любом случае, любая наша деятельность, она все равно в конечном счете предполагает, что мы достигаем какого-то успеха, какого-то продуктивного, там, даже в том числе и, как это правильно сейчас говорят, да, там, монетизация. Но в любом случае, то есть, если ты где-то в чем-то преуспеваешь, ты, ну, с тобой есть рядом люди, которые нуждаются, может быть, в поддержке, подсказке. И это в конечном счете делается для чего? Что, ну, сегодня мы живем в Крыму, крымско-татарский народ. В Крыму в свое время создавались первые институты. Мы много что принесли в эту цивилизацию. Вот. Да, конечно, наши мозги, наши молодые ребята нуждаются везде. Они везде, в них нуждаются во всем мире сегодня. Они действительно, вот для сегодня я могу сказать, что многие из молодых ребят, крымских татар, во многих сферах добиваются больших результатов. И это в том числе благодаря тому, что в них есть это. То есть есть умение работать, есть способности, есть трудолюбие, и есть вот тут патриотизм, любовь к родине. Потому что это сегодня, ну, наверное, одно из основополагающих мотиваций, да,
в которых мы сегодня строим, созидаем. И, ну, честно, благодаря этому мы, может быть, и помогаем даже тем рядом, ребятам, которые есть с нами. Инсаных, инсана сайгымыз вардыр, севгимиз вардыр. Он үшін инсан инсана һәр заман, милләтіне олур, башқасына олур, инсан инсана файдалы олмасы, хызмет етмесі керек. Сайгылы серджелеріміз, яйнымыз девам өте, ве Эльдар бейінің іші фаалиеті ақында ике еткен Левханы сейредейік. Бұйырның сонра сөйлетімізні девам өте. Бәріміз. Эльдар Меметов Кырымда белле олган иш адамларындан бирыдыр. О телеканалымыздын садык досту, ифтарларынын фаал тешкилчисидир. Эльдар бейнин фаалиети та мектепте окуганда башланды десек яңылыш болмас. О 8 жашындан башлап мектептен кайткан соң базарга чыкты. Анда оглан сатыжыларга ярдым эткени үчүн илк парасыны казанды. Тама-тама гол олур дегенлери кебе кет-кете Эльдар бейнин алыш беришке олган мерагы артты. Более лекнен бала чагында иш адамы олмакны арс эткен Эльдар бей мектепны битирип Украина Милли Адлиежилер Академиясына окумага кирди. Элбет муваффакиятли иш адамы олмак үчүн девлетте чалышкан бутун канунларны билмек керек. Бүгүндө бүгүн ватандашларыбыз Эльдар бейни Ярмадада жерлешкен бир чок кавеканелердин сайыбы деп таанайлар. Эльдар бейнин идарежилигинде чалышкан зенадашлары аны урмет этип тек музбет тарафларыны кайт этелер. Бундан да кайра Эльдар бей жумачылык менен да угураша. О Ахмеджит Академи гимназиясынын хайрият фондуна елбашчылык япа. Аля дэрежеде окуган талебелерге онун кавеканесинде бедава шамага имкан бар. Эльдар бей коронавирус пандемиясы башланганын менен маскалар тыкышыны тешкил этип муктаж болгон адамдарга ашайт малларын кетирди. Эльдар Меметов Кырымда чалышкан иш адамдары менен Симашка адына яңы тибиет меркезинин жыйыштырылмасында фаал иштирак этти. Программамыздын караманы алчак көңүлдүү инсан. Эльдар бейнин фикрине көрө, адам өмүрүндө болгон муваффакиятлерине бакмадан эп илерлемек керек. Келечекте Эльдар бей өз ишин девам этип, Кырымдын инкишафына өз эсесин кошожагындан эминмиз. Балаларда сиз не көрөсүңүз? Балалар сиз үчүн недир, кимдир? Ну, дети — это наше будущее в любом случае. И... Уларда гендиңизди, өзүңүздү көрөсүңүз? Да, я, во-первых, с детьми работаю регулярно. Ну и не только с детьми, с родителями. Я возглавляю благотворительный фонд, который нашей Симферопольской академической гимназии. Вот, и вхожу в члены попечительского совета. Вот. И, ну, скажем, это опять-таки, да, благотворительная деятельность, направленная на поддержку школы. Со стороны попечительского совета мы, у нас, ну, до пандемии это была такая инициатива, как задать вопросы взрослому. То есть это когда 100 детей у нас собираются, да, где-то в аудитории, и они все вопросы задают людям состоявшимся, в том числе там политикам, бизнесменам. И как бы взрослые люди делятся с детьми своим опытом. Очень важно уделять внимание своим детям, и в том числе, даже, может быть, даже я имею в виду своим, это крымчане крымчанам, опять-таки, да, потому что, ну, со своими детьми дома работаем. Но и тот ребенок, да, ну, то есть, например, пусть это одноклассник моего сына будет, да, он видит во мне потенциал, он хочет стремиться к такому же. И только в прямом общении он может получить этот ценный опыт и уже с детства заложить те зерна, которые в дальнейшем дадут, ну, хорошие ростки в его будущих знаниях и направлениях. Чок тешекилер, Эльдар бей. Бакын, севгили достлар, биз хабарымыз олмай. Хаятта биз юремиз, чалышамыз, күлемиз, ойнаймыз. Ама хабарымыз олмай кемерде ки, бизе бакып, мен бу адам гиби олмак истейм. Мен буну өзүмө өрнек алдым, ди yeni yetmeler. Ama bizim ondan çok haberimiz olmaz. Onun için her amelimizde örnek olduğumuzu unutmayın. Yaxşında da yamanında da, yaramayında da. Onun için Allah cümlemize hayırlı amelleri yapıp yeni yetme babalarımıza geleceğimiz için güzel örnek olmayı nasip eylesin. Allah da kabul eylesin. Bak bu daim Allah rızası için de yapılan şeylerdir. Ve севиниңиз яптыңыз. Бәлки дә шунда мына яш неселгә насыл тәфсиләләр берер идеңиз. Мы все встречаемся в общественных пространствах, и все-таки в этих общественных, будь то школы, будь то институт, для вас должен быть учитель, это, наверное, святой человек. И те родители, которые не безразличны к судьбам, ну, в
целом дети. Учитесь, стремитесь, у вас все получится. Очень сильным примером в моей жизни была, это, конечно, моя мама, Зарима Ханум. Она, конечно, нам очень сильно привила любовь к родине, силу характера, жесткость вот ту, с которой она всегда однозначно нам вбивала, да, в голову, что кроме как Крым, у вас нет родины другой. И все, что вы делаете в этой жизни, вы делаете только ради своего собственного народа, ради собственной земли. И она это не единожды доказывала на своих концертах. Она всю свою жизнь она посвятила, в принципе, крымско-татарской культуре. И в этом смысле, конечно, путеводителя лучше бы навряд ли нашлось. Gerçekten de Zarema Hanım, ben onu çok güzel tanıyım. Nasıl durumda olsa olsun, her zaman alçak gönüllüdür ve 15 yaşında, 10 yaşında balaçık olsun ona fikir verir. Onun geleceğini düşünen bir insandır. Milletini, vatanını seven bir insandır gerçekten de. Bayrağını öyledir gerçekten. Selamlarımız olsun tekrar. Şimdi aile hakkında laf yürütemiz de. Seyircilerimizin beraber sizin aileniz hakkında hikaye etken lefkanı seyretmeye teklif etemiz. Buyurunuz. Белли иш адамы Эльдар Мейметов Куранта азалары үчін итибар эткен оғыл, мераметли аға, темыз юрекли омур аркадаш ве бабадыр. Мейметовлар ақшамлары софрау гүнде топланып, күн девамында олып кечкен вақалар ақта бір-бірінен лафетіп вақыт кечерелер. Бұ субетлер туғанлар арасында олған севгі ве урмет элет олы. Караманымызның рахметлі бабасы милли әрекет іштеракчысы Искендер аға Меметов Эльдар бейнің дүния бақышына пек тесір әтті. Мұқтач оған инсанларға ярдым әтмеге Али Женап олмаға тамам бабасындан өгренді. Анасы әфсаневи Ержі Зарема ханым Меметова программамызның қараманы қойған мақсадларына манияларға бақмадан ғарет іле ирішкеніні қайт әте. Это мой второй сын из четверых. Учился, рос, как все дети, иногда не слушался, имел свое мнение, мне приходилось часто с ним спорить. Друзья были очень, дружные они были. Если не он, так я к друзьям обращалась, говорила, как там Эльдар? Они приезжали, дружили. Так получилось, что он рос без отца, но как бы там ни было, видимо, я стала для него и матерью, и отцом. И жизнь продолжается. Я очень довольна тем, что он нашел свой путь в этой жизни. И пускай дальше продолжается. И детки растут и радуют. А мы будем со стороны смотреть и тоже радоваться, потому что это моя семья. Чох балалы айледе осы бойыген Эльдар бей қави қорамта тызды. Эльдар бей 13 ел әвелсі Диляра адлы ажайып қызнен әвленіп, өз бақтыны тапты. Диляра ханым айтқанына көре, омур арқадашы самими ве намыслы инсан. Оның қол тұтуында кедерлі вақаларды енгіл-енгіл кече. Я рада очень, что встретился мне на пути такой мужчина, как вот именно Эльдар. Ни разу в жизни никогда не пожалела. Это человек, который надежный. 100%, который любящий, очень много товарищей, с которыми которые обращаются к нему за помощью, которые рады всегда его видеть. Он в любой момент тоже готов встречно всем помочь. То есть Эльдар в этом смысле не только как муж, он как отец, он как сын прежде всего. Я в нем в этом смысле уверена всегда и горжусь тоже им со своей стороны, и дети его любят. Өмірдішлер Гүзелден Гүзел әкі оғлан үстірелер. Эльдар бей оғылары үшін ақы қыт аянштыр. Давид бе Аскар мектептен қайтып, бабасына дерслерде алған балаларыны айтып мақтаналар. Алғышлар үшіткен балаларының көңілілері көтереле. Папа очень заботливый и всегда нам помогает. Он, если у меня что-то не так со школы, он всегда поддерживает меня. И он никогда не делал так, что мне было когда-то неудобно перед кем-то, или, например, он всегда, если что-то не так, он всегда может поддержать. Эльдар бей туғанларыны көз бебегі кабы сақлай. Оларның юзлерінде әрдайым төбесім алмасыны істеп, сой ақрабаларыны тек қуландырмаға тырыша. Олар да өз небетінде қараманымызны севіп сайып, оны яңы рішмелерге ілхамландыралар. В
Учитель Эльдарбей, у нас сезон ось айлены здесь, что-то насыл, а детлер бар. Бельки балар нызнен бирабир, айлен нызнен бирабир, были топол насы софра башында, баркаве, яда чай башында. Ну, у нас семья большая, если мы все собираемся. Evet. У нас человек 70 где-то получается, да, в общей сложности. И, ну, конечно, мы собираемся, у нас обязательно там раз в неделю семейные какие-нибудь советы. Вот, где мы, ну, обсуждаем проблему каждого, может быть, где-то кто кому поддерживает. Ну, в какой-то мере все в моем бизнесе заняты. Ну, я имею в виду члены моей семьи, кто бухгалтерией занимается, кто там, ну, в любой момент я могу позвонить, они приедут, помогут. Ну, естественно, мы это обсуждаем. Она переживает, конечно, за всех сегодня. И она мне лишний раз может даже потянуть, давай поможем там, Эльдар, давай вот тут вопрос возникает. Kardeşiniz Sevil Hanım, o da yırcı, çok da güzel, başarılı, muvaffakiyetli gerçekten de. Ona da selamlarımız olsun. Güzel yırlay programımıza da olmuştu da. Şimdi işte dış ülkelerde ama gerçekten de haberimiz var. Muvaffakiyetler dileyik ona da. Сегодня у нее свой джаз бенд в Стамбуле. Ну, правда, опять-таки, да, вмешались немножечко, ну, внешние факторы, где немножечко проблемно проводить какие-то общественные мероприятия, все такое, но я хочу сказать, и даже в эти тяжелые времена она находит себе работу, она ездит с коллективом по всей Турции, но я хочу сказать, она получает очень хороший опыт. Турки любят музыку, и она говорит, когда я выступаю в залах, там все они встают и поют вместе со мной, причем крымско-татарские песни. Шахсен сезон огонузде да насыл максатлар бар да неге yetişmek girişmek istiyorsun? Эм максат эмде gençlerimiz için, yeni neslimiz için bir evet onu da aittınız. Ну, знаете, как говорят, предел совершенства не существует. Всегда надо развиваться в каком-либо из направлений. Конечно, ну то, что сказать, что если далеко не забегать, я считаю, что я преуспел во многом. То, к чему когда-то я мечтал, я достиг. Это самое главное. Семья, близкие, друзья, все рядом, мы в Крыму. Да? И работа. Да, и работа. Ну и работа у нас она все-таки настроена на то, чтобы максимально сделать комфортную жизнь в Крыму. Bizim Эльдар бей, вахтамыз да сонуна келди. Мүмкін олса, эки агыз сөзінен телесеичилеримізе, генчилеримізе не демек истерсіңіз? Бурадан айлеңізе, буйрыңыз. Ну, знаете, что бы вы ни делали, к чему бы вы ни стремились, я вам желаю всегда чистых мыслей, вот, работайте, ведите здоровый образ жизни. Все-таки вот наши семейные ценности, все наши традиции, которые есть в нашем народе, они как-то выработаны тысячелетиями, и их надо, конечно, беречь. Или леять. Знать, конечно, свой крымско-татарский язык хорошо. Чок сау вам, Эльдар. Бейсізге муафахиетлер тілейміз. Чоктан чок тешекерлер. Ишінізде, фуалиетінізде. Келгеніңіз үшін де тешекерлер. Çoktan çok teşekkürler. Sizi terbiye eden ana babaya, bütün bita karbabalarınız hepsiniz. Onlardan Allah razı olsun. Sevgili dostlar, ben iki ağız sözü Tamila Hanım'a devredeceğim. Nerede yaşasak, mesela çalışsak, ama nasip mesela dış ülkelerdedir, vatandadır. Vatan da olanlar vatan için, dışarıda olanlar da hem geleceği için, hem kendisi için, vatanı için ve kaytıp gene vatana oralardan güzellikleri alıp, tecrübeyi alıp gelip vatanı tiklemek, vatanı inkişaf ettirmek için hareket etmemiz gerek. Allah cümlemize hayırlı ticaretler, hayırlı işler yapmayı nasip eylesin. Orantalarınızda baht, saadet olsun. Saygılı seyircilerimiz, bugünkü yayınımız sonuna geldi ve ilerideki subyektlerimizde de biz sizni böyle çeşit sahalarda faaliyet göstergen insanlarla tanış etmeye devam edecekmiz. Bizim ile olunuz, sağlık ne kalınız. Sağlık ne kalınız. Çıtalar denizde, onu her gün görem. Ne için yan yana gönlümde, hem kuvanç hem ellem. Alıp yedi beni gemiye, dalgalar artına. Yer olup kal benim ömrüm, şu kırım halkıma. Gemiler ufuklar artına yer olup kal benim ömrüm şu kırım halkıma gemiler alıp gel-
ka masmalı denizge. Gemiler, gemiler alıp gidiniz sizleri. Uzakka, uzakka yalvaram ben sizge. Ben siz ne eslesem gemiler, gençliğim o yana. Ben siz ne korkuyende her sefer yüreğim kuvanlar.